Всех приветствую. Сегодня 5 августа, и как мы видим, какой-то ужас происходит на рынке. Биткоин все-таки обвалили, 7200 пробили. Ну и как предполагалось, просто как нож сквозь масло, мы ушли прям на 6900, 6800 почти потрогали. Сколько у нас низинка была? 6890. И в итоге биток даже отрасти не может. Там такая паника на рынке, что все продают. Если мы сейчас стакан посмотрим, просто все продают, все шортят. Там такая паника ужасная. То есть выбили поддержку, важную очень, и перевели нас в медвежью зону. И тут медведи как раз-таки накинулись. Просто рвут в клочья биточек. Бедный биток, мне его даже жалко. Но я куплю так и держу. 7550, 7350, 7050 еще докупил. И еще 6850 планирую докупить. Почему, сейчас объясню. Вообще, на самом деле, по медвежьему сценарию, ну, как бы мы смотрим, что это ужас какой-то происходит. То есть мы упали прям нереально, от сколько не дают. Там, ну просто шортиху не хочу, в любом месте, где ниже шорти, везде профит будет. Если мы на дневке глянем, там вообще красота. Восьмой день подряд красные свечки биток рисуют. Это рекорд, никогда в истории не было, чтобы больше шести свечей подряд падения было. То есть это, ну просто это обвал, просто биток убивают. То есть вот это движение было ложным с точки зрения медведя. А это уже настоящее его движение. Мы идем как на 5000 в лучшем случае, на 4500 или даже 4300. А если повезет, то и на 3000. То есть здесь нас всех обманули, киты дали такой рост. А здесь мы пошли падать. И дневка это как бы подтверждает. Видите, как мы пикируем, она даже коррекции не дает. Прям нереально падаем. И тут уже начинается медвежий тренд. Ну это жесть. И в итоге, что люди делают, когда такое видят? Ну, естественно, паника и желание заработать появилось в жадности медведей. И в итоге смотрим, вот если мы взглянем, когда мы были здесь, сколько было шортов? Вот. Было их 18200. И когда мы пробили все эти поддержки, у нас 21020. Считаем, получается почти 3000 битков сейчас сидит в шорте в дно. То есть ниже 7200. Очень много зашортило и очень много продало, но при этом цена-то не особо и упала, кто-то это покупает. В итоге делаем вывод, что, видите, здесь, во-первых, лонги пооткрывали, то есть люди достигли той цены, по которой хотели купить. Скорее всего, это так и пойдет вверх, даже на падение. А вот эти ребята хотят заработать и пожадничали. Они здесь не хотели шортить, они зашортили в пол. А это обычно наказывается. То есть, что будет происходить? Они сейчас все в пол зашортят, и у них пойдут деньги отнимать. Вот как бы на этом деле можно будет неплохо заработать. А когда это будет, не знаю. Но видите, индикатор получасовой уже завернулся, получасовой немножко в коррекцию пошел, разгружает его, флотует. Четырехчасовой сейчас вот-вот завернется и пойдет вверх. То есть коррекция вот-вот созрела. И она будет довольно мощной, потому что сколько мы там видим? 3000 битков. Берем стакан, отнимаем 3000 битков из него. Сколько получается? Ну, на 7300 мы должны рубануть одной свечой. Стоит только их испугать. При этом снизу мы смотрим. Огромная поддержка, особенно на 6800. Все хотят по этой цене купить. Могут им это не дать. Что еще интересного тут видно? Если мы посмотрим и проведем линию глобального аптренда, то она проходит примерно вот по такой траектории. Мы ее вот здесь вот потестировали, здесь вот подтвердили. И видите, она проходит прямо вот здесь рядом. Вот буквально стоит ее заретестить и уйдем вверх. Это не просто линия вот этого тренда, это глобального. Она идет с 2011 года. Я просто не хочу так далеко рисовать. И тут история нет, нужно специальный индекс битка BLX использовать. Не хочу сейчас это делать. Но в итоге что? Если мы пробиваем вот это дело, то для крупных китов это означает, что это конец. И все их инвестиции под опасностью. И те, кто защищал вот этот уровень 5800 крупными деньгами, и вот здесь всех обманул, и вот это нарисовал. Как вы думаете, они хотели просто у шортил денег отнять? Или им реально важно эту линию устоять? Я думаю, им важно удержать этот уровень, и здесь будет бойня. Они будут засаживать шортил и думать, что все поедут вниз. Но при этом они просто одной свечой рубанут вверх, и пойдет мощная третья волна роста. Скорее всего, как это получается? Что это 1, 2, 3, 4, 5.
Поменяем разметку, потому что эта волна слишком-слишком глубокая. Для четвертой она не годится. Вот, к примеру, вот была четвертая. Вот была вторая. То есть несоразмерность идет. Но при этом это похоже такую на АБЦ-шку. Ну, конечно, С очень растянутая, но это, наверное, скорее всего, сделано специально. Тут, во-первых, медвежье настроение создают, во-вторых, медвежья ловушка, в-третьих, люди боятся покупать и сбросили все лонги. И на любом росте тоже будут сбрасывать лонги. Но при этом, если мы глянем, ну, кто-то это же выкупает. И смотрим, кто. Наш любимый финик выполняет кошелек. Когда последний раз такое было? Вот здесь. По 5800. Они купили, сейчас скажу сколько. Ну, больше 3000 биточков они за день уже наскребли. Вот вам прикол. Ну, по фьючерсам я уже говорил, они в лонги пересели, еще там по 7600, 7700. А у них до конца месяца экспирация. Вот такой расклад. Так что я даже не знаю, что вам сказать. Я пока лонги держу, смотрю, что я не верю в это падение. Я просто не верю. Что еще это подтверждает, что будем расти? Да вы гляньте на альты-то. Что это такое? Это что это? Это мы как бы на медвежьем рынке, что ли? Это же просто тузамун. Вот это глянем. Это что такое вообще? Как это? Это медведи, что ли, рулят рынком? Нет. Это кто-то из битка перекладывается в альты. А когда такое происходит? Перед глобальным сильным движением вверх. То есть биток специально дампят с помощью, например, битмикса, который людей пограбил вчера. Они устроили дамп, отключили сайт, отключили людям стопы и просто людей по ликвидации кинули. Просто нереально. И просто мошенники. И в итоге на битке-то людей пугают, а на альтах видите, какая красота. Везде ракеты. Это к битку именно графики, заметьте. То есть тут никаким падением и не пахнет. Смотрите, йоту. Он что рисует. Шик, просто шик. Это просто, я не верю, что это просто отскок. То есть, скорее всего, раскачали биточек, задампили альты, и сейчас за копейки скупают альты. И в итоге у китов будет и биточек, и альты. И что им остается делать? Ну, естественно, пампить вверх. При этом на рынке сильно медвежье настроение, что означает, что им очень легко будет шортил засаживать на любом откате. И на них опять рост сделать, как они это любят по технике. Такое у меня сейчас мнение по рынку. Я могу, конечно, ошибаться. То есть, если мы уйдем там сильно вниз, ну, надо будет думать, что делать. Но вообще, на всякий случай, я, конечно, подстрахуюсь. То есть, на любом откате вверх я все-таки закрою половину своей позиции. То есть, то, что откупил я на дне, я прикрою. То, что сидит в убытке, буду держать. Шортить я это явно не буду, потому что тут какой-то подвох. То, что биток дампит, да это, блин, можно там сделать за копейки. Они там просто вынесли 3000 битков в стену, а все уже в панике. И видите, сколько лохов попалось. 3000 биточков зашортило. У них деньги отнимут. Я вам ручаюсь просто. Не дадут им заработать. Так что, что еще тут добавить можно? Давайте посмотрим индикаторы. Еще раз пройдусь. Полчаса флотовать будет. МАКД идет вверх, разгружается. Этот трендовый индикатор тоже вверх разгружается. Часовик говорит держать куплю. Покупать он говорил на дне еще. Хотя вот по 7000 он говорил покупать. Четырех часовик загибает. Почти. Ну, когда четырех часовик на дне вот этой зоне загибает, то обычно идет сильный откат. Хотя это не всегда. Вот в этом случае, например, был чуть-чуть откат. Ну, это просто потому, что дампили. Ну, и дневка скоро буквально завернется. Хотя она, конечно, так пикирует, но одна-две зеленые свечи, она уже пойдет на заворот. То есть 7300, 7500 надо бы. Ну, а неделька, как смотрела вверх, так и смотрит. И вот эта одна красная свеча, да и вообще пофигу. Две красные свечи, она тогда паникнет немножко и подумает, что, наверное, зря. Вверх пойдет вниз. То есть нужно 2 недели дампа. Как это делать, я не знаю. То есть это вообще нереально, наверное. Хотя можно на самом деле сделать, но что-то я в это не верю. То есть, скорее всего, это просто мы наблюдаем вторую волну.
Поводов для паники не вижу. Это просто обман. То есть вот этот дамп сделан просто искусственно. Кто в стакане понимает, явно видел, что просто душили любой рост такими стенками постоянно. Будут ли они долго это душить, я не знаю, но вольты в рост пошли. То есть это что-то это значит. Да, я могу, конечно, ошибаться, но пока шортить я точно не буду. Просто сброшу половину позиции. Чую тут какой-то подвох. И вот эти медвежьи ловушки, они срабатывают всегда. Еще вот так вот денек подержат, подампят, закроют недельку пониже. Все точно зашортят в пол. И потом пойдет театр, комедия с ростом. Уберут всех этих ботов. И пойдет веселуха. Поедем ракеты рисовать. Ну, 7300, 7500 для начала. Такого примерно я жду. Что вам делать, сами решайте. Расклад я дал, видение дал. Оно, конечно, может быть нестандартное. Потому что, скорее всего, все сейчас говорят, что падать будем. Но что-то мне не кажется. Я что-то чую подвох здесь в этом. И шортить я точно это не буду. Ну, если пойдем, говорю, ниже 6800, там застрянем, да, тогда, ниже этой линии, грубо говоря, тогда я переобуюсь, перевернусь и буду там ловить уже вниз движение. Но пока этого делать не буду, не нравится мне все это. Театр-комедия, все эти битмиксы с грабежами и все эти дампы ботами. Так что, думаю, мое мнение вы поняли. У вас оно, скорее всего, свое, можете соглашаться или нет. Но я всегда говорю то, что думаю. Пока вот такие мысли. Ну, пока больше добавить к этому нечего и до завтра.